привет, бонжур, хеллоу. Друзья, сегодня у нас специальный выпуск. Мы ныряем в Сан-Лоран ради здоровья. Присоединяйтесь к нам в следующий раз. Привет, бонжур, хеллоу! Мы сейчас находимся в районе Вердан. В городе Монреале. Здесь река еще не ушел весь лед с речки, поэтому мы решили воспользоваться вот этим замечательным моментом, пока лед еще есть, и провести зимнее купание. Это январь месяц 2020 года. Значит, здесь собрались смелые люди, очень смелые, так скажем, люди. Не все способны на такие поступки, но здесь ничего страшного нет. Я вам скажу так, что я, можно сказать, всю жизнь стараюсь быть поближе к зимой, к речке и к проруби. И как есть свободная минута, опуститься туда и почувствовать вот эту прелесть холода, контраста. Значит, и радость такая наступает, что ты сделал это после того, как ты занырнул, вышел оттуда. И еще адреналин пришел нам в кровь и убил все там микробы. Привет всем! Hi, everybody! I'm the first one. Глубоко, да? Можно нырять. Фух! Первый пошел! Кирилл! В Молдавии плавал. Браво! Ху-ху! Ура! Он сделал это! Ху-ху! Инкантат! Будь здоров, закаляйся! Водой холодная вливайся, если хочешь быть здоров, закаляйся. Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Водой холодная вливайся, если хочешь быть здоров. Можно, Лидия, вот здесь яркий пример, что женщинам тоже можно и полезно. И даже нужно, я бы сказала, спортсменка. Первый раз нырял в Канаде, да. В России нырял вот до этого. Всем болезней, солнце, воздух и вода. Обладают нам всегда всех болезней, нам болезней. Солнце, воздух и вода. Это в Канаде первый раз? Да, здесь, да. А в России сколько? 11 лет уже купаюсь. Мне очень нравится. Ни разу не болела? Нет. Иммунитет всегда поднимается. Спортсменка, но с детства у меня родители всегда после бани выкидывали в сугробы или обливали ледяной водой. А потом после таких купаний очень хорошо. Любая инфекция проходит стороной. Все болеют с насморком, с температурой, но это не про нас. Вот сейчас вот мне как раз и не холодно. Что мороза нету? В мороз всегда лучше. Вот выбираем день, когда мороз. Давайте. Хотя бы минус 10 хотя бы был. Я уже молчу про минус 20. Ну все, сделаем регулярными. Конечно, надо сделать регулярными, потому что это здоровье. Кто следующий?